Здравствуйте, дорогие земляки! Я вас приветствую из Торонто и хочу предложить вашему вниманию новый медиапроект «Земляки». Этот проект для всех вас, для людей, которые хотят реализовать свои творческие амбиции. На наших порталах вы можете разместить свои работы, которые связаны с самыми разными видами творчества. Это могут быть и художественные работы, и произведения, и стихи, и анимация, все, что хотите. Самое главное, чтобы это было высокохудожественно и интересно для всех нас. Мы русские люди, и мы должны созидать, и мы должны сохранять наш русский язык. Это наша задача, потому что сейчас мы живем в разных точках нашей планеты. Мы должны думать о наших детях и о том, что мы, какое наследие мы им оставим. А огромное значение мы придаем духовному совершенствованию и вопросам религии на нашем сайте. Мы люди православные, и мы должны знать нашу культуру и сохранять ее. Также вашему вниманию будет предложено огромное количество телекомпаний, которые вещают в онлайн. Вы можете смотреть совершенно бесплатно программы передач российского телевидения. Ну и в заключение хочется сказать, что мы приглашаем для работы региональные телекомпании, которые могут размещать на нашем сайте свои новости, свои передачи, которые будут интересны, потому что их увидят во всем мире такие же земляки, как и вы, потому что все мы выходцы с разных городов России, и это будет интересно всем. Милости просим на наш сайт, смотрите, регистрируйтесь, размещайте свои работы. Давайте будем вместе, давайте будем объединяться.